Витраж своими руками или как создаются рисунки по стеклу. В Вишкар-Оле в Национальной библиотеке имени Чувайна открылась выставка работ, выполненных в технике витражной живописи. Арт-витраж – новый проект местного художника Светланы Лоханиной. Технику витражной живописи она освоила примерно полгода назад и уже добилась определенного мастерства. Что примечательно, вдохновили художника новостройки Вишкар-Олы. Довольно много на выставке витражей с видами города. Впрочем, есть и работы, посвященные природе. Всего представлено около 50 витражей. Все картины получаются индивидуальные, уникальная, потому что техника витражной живописи, она не дает повтора. Каждая работа, она, свойство красок такое, что она бывает неповторимой. Чтобы сделать картину, надо писать двухстороннюю. Роспись двухсторонняя, и поэтому свойство красок таково, что невозможно предсказать, как они лягут и какой будет эффект от этого. Выставка «Арт-витраж» будет работать в Национальной библиотеке имени Чувайна вплоть до 31 марта. Вход бесплатный. Выставка будет интересна и взрослым, и детям. К слову, технику рисования на стекле при желании легко освоить всей семьей. Для начала в магазинах можно найти специальные наборы для витражной живописи. Частное издательство «Телерадио» выпустило в свет подарочное издание стихотворений Леонида Маркелова «Надеюсь, образом чудесным». Альбом иллюстрирован работами фотохудожников Валерия Кузьминых и Петра Васильева. Заявки на приобретение книг принимаются по телефону 42 28 28. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.